Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Бравл Старс. Я поставил новый VPN, попробовал пару каток. Вроде бы, ребята, не тормозит. Но мы прекрасно знаем, что сейчас не тормозит, а потом затормозит. В общем, давай смотреть. Так, у меня выбран мистер Пи. Мне нужно сделать сколько там? 5 боев с ним выиграть. И свободный... А, нет, не свободный режим, ребята. Я выбрал нокаут. Вот, поэтому бомбим. А с Ютубом, да, ребят, проблемы. Могу смотреть, а вот закачка видосов происходит аж целыми сутками, ребят. Поэтому, ну, в ближайшее время, сами понимаете, видосиков как бы нет. Я не знаю, как насчет стримов. Можно ли в стримах там все это делать проще. Но именно по закатке видосов все идет, ребята, очень, очень плохо. Так, ну что, первый бой за нами, да? Давай. Ребята, они идут все в кучу. Мне не нравится, что они идут все в кучу. Так, вон там любитель Мортис у нас попрятаться. Да. Ну что, она последняя осталась там у нас? Так, это сидит в кустах. Так, а если мы сделаем вот таким вот образом? Так, надо ее прижучивать, друзья мои. Готово. Ничегошеньки у нее не получилось. Она захотела там нас обхитрить, но у нас все, как говорится, получилось. Брок, ну да, доплелся практически сразу же. Так, выиграйте. О, тут у нас выигрыши, выигрыши и еще раз выигрыши. Давай, мистер Пи. Не грусти, победа будет за нами. Костями похрусти. Ну а че? Слушай, ребят, ну пока норм. ВПНчик может быть действительно годный. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Третья катка, как видишь, все нормально, пока без вылетов, друзья мои. Но это пока. Смотри, кто там. Ну и зачем ты высветилась? Так. Кто-то вон там, он, ребята, будет у нас. Вот он, вот он. Мы его прижучили. А он что? А, так Пайпер одна осталась. Этот малыш мой подкатил к ней. Один выстрел в харю и все, и расхерачил ей табло. Ну, этот, конечно, мыльный пузырь меня немножко раздражает. Так, смотри, кто там, ребят, стоит. Вот ты, блин, ну тут, конечно. Блин, он стоял там, ребята. И никто даже... Никто даже здесь не смог. Это, блин, стояло там, даже не прострелило, ребята. Понимаешь, в чем дело? Даже ни одного прострела там не сделало. Ну и куда он прет?
Давай его прижучивать. Она одна. Она опять одна. Есть. Нахлобучили. Нахлобучили. Так, ну что, мистер Пи, сколько нам там с тобой еще нужно? Еще две победы. Еще две победы. Ну, понятно, тут редкий у нас. Редкий, но меткий. О, билетик получаем, да? Мы получаем билетик со звездочкой. Опять же редкий. 25 силы. Так, секундочку, сейчас гляну. Так. Два поединка еще мистером Пи. Потом у нас есть Эш Бул Тик, Пайпер Греф, а, Гриф и Би. Пройдите уровень бой с боссом. И Гром Перл. Ну, нормально, короче. А, еще и Мортис у нас, господи. Господи, у нас там поединков-то сколько, а? Сколько у нас там поединков, друзья мои. Так. Слушай, команда такая. Динамайк, все там дела. Так, где этот Ханорик? Там Эдгар, друзья мои, не забывайте еще. А вот где вот он прячется? Вон он. Завалил, да? Красавчик. Умничка. А Эдгар стоял, ребят, сидел там до последнего, выжидал. Кустарник вшивый. Так, они сидят там, ребят, они сидят где-то в кустах. Не вылазим. Готов. Так, осталась Нита. Есть. Дидар, дидар, дидар. Ну что ж, прекрасно. Прекрасно все, друзья мои, вышло. Так, ага, еще по победочке. И еще, ребят, по победочке. И можно будет выбирать кого-то там другого. Я имею в виду в плане бойца. Ну ты посмотри, пока все четко, друзья мои. Ни единенького. Я опять же сплюну, чтобы не сглазить. Тьфу-тьфу-тьфу. Ни единенького сброса. Может быть, вы были правы, ребят, по поводу VPN. Так, я понял. Ты посмотри, какая там заваруха. А у нас одного уже чпокнули, да? Да, друзья мои. Это звездная больная дура. Так, два стрелка вшивых. Минус один. И последний остается, да. Раскромсали. В общем, они с трех сторон, друзья мои, берут, но не сразу. Понял? Я думаю, тут всем и так было все ясно. Короче, ребята, они вон там сидят. У нас одного хлопнули.
У нас одного, друзья мои, хлопнули. А была такая возможность, а? Ну что, будем жучить их? Как только тут их прижучить? Ха-ха, тенюху. Так, где-то тут последний, вон она. Есть. Допрыгалась. Так. Замечательно, друзья мои. Так, он еще и уровень у меня получил. Интересно, билетик нам дадут? Наверное, нет. Хотя по 500, если дадут. Да, ребят, дают. И что там у нас? 1000 монет. Спасибо. Такс. А что такое у нас? А, это мне хватает. На месте так, появляется слабый робот-носильщик. А здесь мистер Пи усиливает носильщик, повышая его урон. Ага. Дополнительный носильщик. То есть я могу либо это оставить, да? Ну, у меня стоял вот этот. Давай дополнительного носильщика. Так, ребят, выбираем с вами следующего бойца. И это будет у нас... Давай-ка, наверное, возьмем Грома. Гром тоже, ребята, должен у нас прокачиваться. Он вообще у нас 6 уровня, как ты видишь. Ой, выбираем его. Но возьмем не нокаут, а возьмем, например, с тобой захват кристаллов. Хотя в нокауте мы, наверное, быстрее с тобой будем проходить бои эти. Да, давай нокаут возьмем, чтобы быть. Так, 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 так. Ой-ой-ой, Слизер этот. Слизер, Барри. Блин, Морозка этот там еще, ребят. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вот тебе пи-пи-пи-пи. Хорош. Просто с полтычка, ребят, запинали их. Просто с полтычка. Слизер этот, твою налево. Так, минус 2 и остается Слизер. Ты смотри, что творит. А гриф, что ли, его достал? Да, гриф его, ребят, достал. Так, а он у нас получает тем временем, ребята, 7-й уровень. 7-й уровень. Поехали, поехали, не бубни там мне. Не бубни. А лучше костями похрусти. Так. Опа, опа, опа. А это... Блин, Слизер, Снеговик, Дед Мороз. Это... Сразу же накатил. А, 1-1. Ну, 2-1, ребят. Так, она где-то здесь, наверное, прячется. Досиделась. Кустарная бабка, а? Это Пэм. Кустарная бабка Пэм. Да-да-да, ты тоже засветился, шариковый дурень. Сидел тут. В кустиках. Ну, видимо, его приперло. Он сел там облегчиться, что ли, маленько. Кустарная шелуха. Ну что, друзья, нам еще надо... А. О, эпик. Да понятно, 100 силы. Кроме силы, что-нибудь путево дадут. Разве тебе? Нет, конечно. Только силу, ребята. Только силу. Блин, у меня, ребята, столько видосов готово. И самое обидное, что я не могу их... Ну, как бы я их выкладываю на YouTube, но они не грузятся туда.
Да и в Яндекс.Дзен, где у меня, как говорится, эта копия моего канала, тоже не грузится, блин. Да ладно, Шелли еще не подбить. Минус Шелли, ребят. Ну иди сюда, шариковый придурок. Биби догнала, молодец. Шариковый придурок. Так я еще никого не называл. Ну, видимо, пора. Шариковый придурок. Да. Быстро. Быстро, ребята, я называю это, и комфортно. Уровень? Да, восьмой, мой любимый. Так, выиграйте бой. А тут мало очков, тут, по-моему, 200 всего дадут, поэтому 485 будет. А, 535. Так, а здесь что у нас? Ай, 100 силы, всего-то лишь. Новый рубеж, друзья мои, звезда будет. Ой, подожди, а у меня подарок в магазине, оказывается, если я не забрал его. 15 монеточек. А почему бы и нет? А чего? Какая подтвердить покупку? Не надо никакой покупки. Так, друзья мои, нам надо сыграть вот 100 тысяч урона, а тут выиграйте 5 боев. Давай, наверное, я возьму Би. Или Пайпер взять. Нет, Би хочу взять, ребят. Маленькую нашу мушку-пчелку. У нее... А, мы можем силу же ей поставить. Так, что это такое? Би оставляет на поле боя улей, из которого вытекает лужа липкого меда. Враги, наступившие в лужу, замедляются, это понятно. Би выпускает группу сердитых пчел, которые наносят тем больше урона, чем дальше разлетаются. Чем дальше разлетаются, ребят. То есть это получается вот этот. Это от суперудара, по-моему, да, зависит? Вот этот вот, круговые пчелки. Если я что-то не путаю, конечно. Сегодня такая дурацкая, ребята, концовка у меня была в конскрипте. Секретная четвертая концовка. Так прямо написали. Представляешь? Блин, ну как так-то? Слушай, ну пчелки неплохие, ребят. Не успел, как это сказать, вкусить вкус победы. Вкусить вкус победы. Замечательно сказал. Такой разлет. Ну, в принципе, нормально. Питок наклепал краб. Просто питочек влупенил им и все. Так, ну а я... А что я? А я все по-прежнему играю за Би. Все по-прежнему, ребят, пытаюсь понять. Ой-о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 й. Этот бомбардир сейчас тут начнет наяривать, мне кажется. Но! Ладно, гаденыш. Че он там сделал? Я постою здесь. Да, блин! У него мощнее удар, что ли, или что, я не пойму. 1-1, ребят, счет. Роза. Дура долбаная. Это Роза. Роза, твою мать! Ну и чё? Дебилка, просто дебилка. Просто дебилище, ребята.
Даун, даун, даунита. Конченая причем. В хлам. Понимаешь? Конченая в хлам даунита. Безмозглая тварина. По-другому не называть. Сидит, блин. В кустах, блин. Кустарное чмо, блин. Так, Би, мы с тобой, по-моему, еще не закончили, насколько я помню. Да? Нам надо 3 победы, а мы с тобой... Какой 3? Нам надо 5, а мы с тобой... Мы с тобой только одну выиграли битву. Так потому что встретился в команде идиота кусков. И мучайся потом с ними. Встала здесь, стоит. Спряталась, типа. Даже говорить не хочу. Даже, ребята, говорить не хочу. Ни о чем. Шариковый дебил. Пузырчатый ползает здесь. Ну, благо выиграли здесь, хорошо. Выпустим пчелок. Ну да, пчелки лучше, ребята. Они хоть по кругу идут. Ну, тяжело от них тут избежать, конечно. Вот смотри, как он. Да, досталось им тут. Не сладко. Так, давай дальше. Еще 3 победы надо. Целых, ребята, 3 победы. Почему в нокаут играю? Ну, потому что в нокауте быстрее это все дело набивается. А вот и все. Ой, два брата-акробата эти. Блин, этот единорог. Фиг ли твой бикул? Бишмул. Ну, мы сравнялись, ребят, по счету. Так. Спалился хмырь. Один на один. Я с этим хламоном, да? Что там раскидывает? Я видел твоего двойничка, так что можешь мне там... Блин, двойник еще и стреляется у него. Ой, зона. Да хреново, блин, хреново. Ни урона, ничего, блин. Да эти дебилы, блин, конченые, опять сдохли, блин, раньше времени. Хер лезут туда, паразиты, блин. Ну, ё-моё, ну а что делать, ребята, блин? Эти козлы, блин, стоят непонятно где, что делать? Это вообще дебил конченый, блин, там где-то... Придурки. Чё стояли, чё ждали, сопляжу и хреновы, блин. Не понимаю, блин. Понятно, я туда один, считай, как в логово забежал. А фиг ли мне еще делать, стоять что ли там, выжидать их, когда они там начнут меня раскидывать своими бомбами? Нет, конечно. Ну, тут победа должна быть за нами, ребят. Команда отличная, я бы сказал бы. Но опять же, кто как играет, кем играет. Хильнемся. Ну, добьешь ты ее, эту, блин, дуреху. Ну. Я сейчас... Ой, придурок, конченый.
Да что ты делаешь, что ты будешь шлепать-то его? Твою мать. Какой тормоз медленный, я в шоке, ребята. Ну ладно, хоть завалил, блин. Палка-копалка своей. Пэмп тут у нас. Пэмп шлепнули. Прекрасно. Прекрасно. Краб ни одного не подбил. Краб ни одного, ребята, не хлопнул. Просто никого вообще. Так что делайте выводы. Краб, лопух. Ай, ладно. Блин, теперь у нас команда. Нефрост. Нефрост. Брок. Так, друзья мои, Брок там был, да? Ёпарасете, да как так-то? Макака, ну ты-то хоть... Что ты делаешь, а? Зона пошла. Он его сейчас будет здесь подлавливать. Давай, бомби! Да куда ты бежишь, придурочный, блядь? Ой, макака дебила кусок, а? Не, ну получилось. Получилось, как ни странно. Нафиг туда лезть, я не хочу. Так, 1-1, ребят. Я подбил, и он меня подбил. Фу! И опять макака осталась одна. И опять макаку засветили, ребят. Давай двоих. Ну! Да-да-да-да-да-да-да. Давай-давай-давай, накрывай ее. Есть. Нормально. От макаки получил. Кривозадый. Ну мне понравилось, как мы, как я там в последнем поединке сделал на разменочку. Просто хоп-хоп. Разменялись. Нормально. Так. Оу, ёпарасоте. Да, Дэрил, да Пайпер, это, конечно. Это, конечно, мощно. Есть! Именно мухами, именно пчелами, ребят. Красота! Ляпота! Дэрил психует, ребята. Еще вытворяет. Так, ждем.
Ну, да какого лешего? Ну вот как вот ему теперь побеждать ее? Она вон там, ну. Да куда ты пошел-то? Есть, красавчик. Красавчик, 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 ты наш дорогой. А Ворон сыграл паршиво, ни одного фрага не сделал. Ну чё, Бишка, отыграла? Отыграла. Так, кто у нас там следующий идет? Бул, Тик или Эш? Бул, Тик или Эш? Какого ты уровня-то у меня? 5-го. Ну, станешь 6-го. Эш! Эш, ребята, на нокауте Эшем играть. Это будет больно. Эш. Так, у него муха, вшивая муха. Нита. Погнали. И это все? Я с этой шваброй там бегу, блин, махаю. Ну тут, конечно, команда какая-то. Да, Нита, не успела ты. Не успела ты убежать. А восьмибитка там, да, наяривала там неплохо. Мусорчик должен был ее поднять, эту банку, а не выкинуть ее дальше. Ты что, совсем что ли прибурел? Вот хитрожопый. В него кинули, он взял ее и обратно выкинул. Так, а кто у нас вот в противниках? Угу, угу. Я буду, ребята, ждать. Он один остался. Барри остался один. А они виноваты сами, ребята. Они поперли на нас здесь. Да. Тыкс. Выкидывай свою эту банку. Подожди, а почему у меня только один идет этот? А победы? Подожди, что-то не понял. А победы? Тут не победа, ребята, тут... О, не тот герой тогда у меня получается выбрат для этого всего. Режим босс. Попробуем, ребята. Ну, блин, ближний бой взял сюда, блин, на босса. Ну когда там оживиться-то по команде-то? Какой же он тормознутый, ребята, блин.
Он опять пал. Ну и чё ты, придурочный-то? Ой, Калистрат, вот идиот такой попадется в ко... Всё, ребят, понятно, короче, здесь все. С дебилом, с этим конченым, блин. Эль Прима, блин. Кусок говна, блин. Еще один товарищ пал. А, так это этот дебил и пал. Не, ребят, ну для этих боев однозначно... Не такие должны быть. Так, мне нельзя погибать. Мне погиб... А, отойди! Товарищ по команде... Тихо. Осталось немножко ему. Какая там быстрая весна? О чем ты? Какая быстрая весна? Орет он мне тоже. Есть. Запинали. Да, такими, конечно. Такими только нам и бомбить. Вот. И нанес урона. И все сделал. Значит, мы получим с тобой еще один билетик. О, 100 кредитов. Сквик. Сквик. О, мистер Сквик. Мортис. У нас остался только, ребята, Мортис. А стоит ли... Наверное, в нокаут лучше, ребят. Но не с боссом же, ёк-макарёк. Мортисом с боссом, ну это... Ой, ой, ой. Ну, Мортис, нам тут, конечно, будет с тобой очень хреновенько, по-моему. Вот и нету нашего одного бойца. Ну! Так. Будем ловить. Гасит и сжогу гасит. Готово, да? Нормально. Она захотела, думает, ее бомбочка спасет, убежала. Это опять, этот опять идет, туда же бежит. Ёпрасты, я застрял. Спасибо. А у них один этот остался. Готов. А тут охламонку Пайпер запинали. Я просто не видел, думал, блин, где она там хранится. Догнал таки. По шее надавал таки. Окей. Трик Трин Денайт. Ой,
Динозаврик. Ё-ма. Оу, так, а у нас тоже цветочник. Блин. Ну, не знаю, ребят. Какая-то команда подозрительная у нас. Команда подозрительная. Пойду помойщика прикрывать. Туда лучше не соваться, друзья. Как тут сделать-то лучше? Ёппа маковку, блин. Ну, я, ребята, высунулся. Я хоть одного прихватил. А эти ни хрена никого не прихватывали. Так, значит, Рика, а этот там сидит в кустах. Куда ты своих пшивых? Пипец, идиота кусок, а? Ну, идиот такой, ну, я про себя, ребят. Ну, кусок идиота, ну что сделаешь? А что ты отвернулся-то? Посмотри на меня, блин. Ты отвернулся, он там к стеночке, блин. Ребят, ну смотрите, во сколько мы играем с вами, ни одного вылета не было, а? Значит, действительно было все дело в ВПНчике. Блин, тоже Мортис. Мортис, Би. Сто процентов там кто-то есть. Но! Пипец! Как меня бесит, ребята, когда он в стену упирается и все. Ну что вы делаете? Что вы расстреливаетесь-то, придурочный, блин? И опять я один, да? Ядрен, матрен, еле выиграл. Ну дебилы просто, ну дебилы конченые, ну... Мортис пошел туда, ребят. Готов, лопатой по хребтине получил. Цецы, вот тебе и цецы. Был цецы, стал трупецы. Захотел он там убежать, ага. Ха-ха. Побежал, ножки короткие, убежать ты от меня. Фух. Так, еще три победы надо, ребята, как минимум. Ой, опять Мортис, ну ё-моё. Опять, ребятушки, тут Мортис. Так, стой, 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 вон там Мортис. Да-да-да-да-да. Так. Минус один. Чё, Пэм? Пипец, идиотская... Да ты будешь бить-то куда? Да что ты творишь? Блядь, ебанатка, а. Этот Мортис идиота конченого, блин, просто дебил, а. Хорошо, Пэм подбили. Там... Есть. Тут вообще моментально мы заколбасили их. На живца это называется, ребята. На живца. Мортис пошел туда. Ну! Ну все в ваших руках, блин. Ну, вот паразиты, а. Куда? А, подбил все-таки. Так, ну вот, захиляйтесь и просто Мортиса наказывайте вдвоем. Он будет прыгать.
Ну давай, давай, давай. Есть, красавчики. Молодцы. Видишь, я выпрыгнул их гасить. И в этот момент меня вдвоем они пресекли, ребята, и... Что это за звук такой был? И они меня прижучили. Там, наверху. А у этих были... Блин, у этих... Ой, МЗшка. У этих были все шансы, ребята, запинать их еще тогда. Не знаю, почему они не достреляли до них. Не дотянулись, так скажем. Так, тут и МЗ. Надо быть аккуратней. Куда ты пошла? Так, МЗ. Да-да-да. Минус. Твою мать! Не дотянулся. Сейчас буду ловить эту МЗ. Готово. Так, мне кажется, что вот тут кто-то будет. Так, надо ловить МЗ мне. Так, подбили, да не того, кого надо. МЗ-шка там стояла, короче, пшикала-пшикала, ребята. И допшикалась до своего финала. Пока мы ее там в кусточках не... Ты понял, да? А, вот что я получил. Забираем звездочку нашу. Сверхредкую. 100 монет. Новый рубеж 200 монет будет. Окей, окей. Так, а нам надо еще, ребята, бой. Еще один боечек сделать. И, в принципе, все. И, в принципе, все. Ну, вот зачем вы вот ходите, как Маша с няней вдвоем? Ну... Вон там джин этот. Это не джин, это этот какой. Блин, вот кольт это плохо, ребят. А где МЗ? А, вон она, МЗ-шка. Она только очнулась, ребят. Пойду я джина ловить. Все. А Динамайку, кстати, против Мортиса очень, очень, ребята, плохо драться. Ну, прям вообще беда. Потому что мы рывком делаем. Так, кольт. Ага, смотри, что он делает. Это какой-то глюк. Это какой-то бот был. Встала. Или слишком маленький какой-то ребеночек играл. Я не знаю, ребят. Потому что, ну... вообще ничего не смог сделать. Стоит, пшикает везде. Ему показали, вот нажимай сюда и пшикай. Вот он, наверное, нажимал и пшикал. Все, ребятушки, отыграл, по-моему, я все задания на сегодня. Ну, не считая, конечно, этого босса. А, сыграйте в команде и выиграй ранговый бой. Ну, это, ребят, не обязательно. Это не обязательно. Я доволен сегодня, я доволен. Ни одного вылета, черт подери, ребят, это дорого стоит. Ну что, дорогие друзья, на этом все. Сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.